Всем привет, ребятки. Всем привет. Доброе утро, любименькая. Доброе. Гоним в школу. Выходные пролетели. Неохота, да, Зая? Нет. Но надо, 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 солнышко. Мы с Алисенькой едем в школу. Сейчас я ее отвезу. Вернусь и пойду погуляю с Лисой. Вчера у нас дочь днем ходила гулять до самого вечера. И Лиса вместе с ней. Да? Нагулялась, да? Хорошая, да, собака? Да. Ну, я рад. Пусть живет у нас тогда. Алису отвез. Иду гулять с лисичкой. Ну, мы уже немножко прогулялись. Идем в обратную сторону. О, Рафаильчик мой стоит. Грязномазенький. Помыть бы его, конечно, было бы неплохо. Красавчик. Авалончик. Крокодильчик. Где-то ассенизаторская машина работает. Сейчас, наверное, скоро и ко мне приедут. Вызвал тоже я ассенизатора. Вот. А, нет, это у соседа машина завелась. Ощущение, как будто где-то вдалеке ассенизатор качает. Вызвал я ассенизатора, потому что, ну, опять наполнился септик. Вот что-то странно, вот осень настала, вот эта вот зима, вот такая вот погода непонятная. И септик начал переполняться-то. А так вот последний раз весной откачал, все лето вообще не качал. Надо было переливной в свою очередь делать, но что-то я... Что-то я почему-то как-то решил, что он не понадобится. Потому что, ну, в Краснодаре обычно жарко. Осадков не так, чтобы уж много, просто, ну, испаряется все быстро. А тут что-то в этом году как-то непонятно. И зима, сами помните, какая была ужасная. И лето не очень, короче, и сейчас. И сейчас вот зима вроде ничего, более-менее. Но осадки есть, осадки. О, о, все, услышала соседских собак, давай дергаться. Чего дергаешься-то, успокойся. Успокойся, все нормально. Она к ним вообще неравнодушна. Постоянно на них срывается. Сейчас опять будет ходить тут, смсить кругом. Солнышко вообще обалденное. Яркое, яркое. Аж глаза режет, надо было очки одевать. Сегодня понедельник. Вывоз мусора. Вон, видите, люди пакеты собирают, выставляют. А потом КамАЗ приезжает и... КамАЗ все это закидывают мероприятие. Вот так вот вон по всей улице пакеты. Пришли с Лисой домой. Я дома прибрался немного. Ну, быстренько пропылесосился везде после выходных. Вот. Поставил ей кашу варить. Взял вон бутылки. Сейчас поеду воды наберу. Такой ветер у нас ураганный на улице. Это ужас какой-то. Ящик мусорный перевернула. Я его сейчас вот поднял. Наверху здесь стол лежал. Вон он. Я им пользуюсь обычно, когда вот на мангале чем-нибудь готовлю. Смотрите, его так сдуло. И удар такой силы был. Он, видимо, ударился об другой шкаф. Вот об этот, наверное. У него, может, дырка образовалась. Вот это капец. Ужасный, ужасный ветер. Еще Синди гуляла только что, вот домой пришла. Ну, лисичку я закрываю. Так она аж с криком домой забежала. Я что, сама пошла погулять? Погуляла. Да? За водичкой, за Алисой. Но ее в 12:30 надо забирать. Я повторяю, как Таня держала, вырывает.
Я говорю, ветер, вообще ужас, что творится. Может, ее вообще снять, эту пленку, типа? А как? Дождь завтра? Начнется сегодня уже. Завтра будет пить. Что-то вчера опять залет. Ну, скорее бы тогда уж начался, и ветер перестанет. Это все от перепада давления, от перепада температур. Заехал, воду купил. Водичка. Горная вершина. Нравится мне. Еще заехал я в копилку в универсам. Взял домой хлеб, булочки, хурму. Ну, ничего особенного, в общем. Сейчас поеду, заберу Алисеньку со школы. Вот, она уроки... Уроки забабахает. И погоним на тренировку. Сегодня надо пораньше на тренировку, потому что с 5 часов сегодня начинаем заниматься. Но приехать надо где-то хотя бы в 4:30, хотя бы для того, чтобы переодеться. А то я пока ее одену, блин, это капец, конечно. Мы уже дома, забрал Алисочку, пойду Татьяне Викторовне тарелки отнесу, она приносила нам шанишки вкуснячие. Они там сидят с Алисой. А, закрылись, да, чтобы я не приходил, не отвлекал. Я быстро тарелки отдам и все, и убегаю. Выбивает двери ветром? Офигеть. Доченька, учись хорошо, бабуля, слушайся. Лисичкина каша стоит. Еще горячая, потерпи, чуть остынет еще. Я тебе могу прямо сейчас наложить, только ты есть все равно не будешь. Ты все равно есть не будешь. Бутылки падают. Все падает. Шампурат. Все говорят, убери шампурат. Убери, опасно лежат. Лежат на полке, опасно лежат. Опа, бутылка. Пойдем уберем шампурат. Алиса сделала уроки. Пошла с Лисой потусить во дворе. Ты где, певица? Доченька, сходи, пожалуйста, оденься, кис. Да, пап, мне тепло. Давай. Я тебя умоляю, пожалуйста, любимая. Ты же не хочешь заболеть. Окей. У нас хоккей, у нас школа. Окей, сейчас. Сходи, пожалуйста, любимая. Вот я и так засопливил, что-то окей, вообще капец. Стой. Расклеился. Я хочу сравнить, насколько ты держишь. Ну, намного, сантиметров на 20 точно. Она, наверное, 2 метра, даже выше. Смотрите, я выше его. Выше. Я, короче, если дала нормальную. Так, корм ей не давай, я ей кашку положу. Вообще-то корм нельзя давать с кашей. Но она не хочет. Солнышко мое. Пожалуйста, любименькая, корм не давай ей. Пусть кушает кашку с мяском. Как я это буду дрессировать? Дрессировщица ты моя. Пап, ну мне... Вот... Пожалуйста, оденься, сходи. Быстрее я одетый, стреляю. Что-то меня опять сегодня расколбасило. Сопли. С утра уже хожу, шмыгаю. От аллергии таблетку выпил. Нос закапал, толку никакого. Еще капал. Ничего не помогает. Уже в обед просто поел. Пельмени, знаете, сделал с бульоном. И, короче, лук, головку лука себе прям с луком навернул. Вроде пробило. Вот прям вот пробило, все нормально, все хорошо. Ну, прошло сколько, наверное, час, наверное, прошел. Опять началось. Но это, похоже, аллергия. Это перетерпеть надо. По-другому никак. Причем я думаю, что это уже, знаете, на что. Это вот, вот из-за этого ветра сильного, пылюка вот поднимается, короче. И... Хотя раньше у меня не было. У меня было только вот максимум на кошку аллергия. И все. Не знаю. Еще этот ассенизаторщик не едет. Позвонил сейчас в службу, в диспетчерскую. Я говорю... Пообещали, что в первую половину дня машина приедет. Я говорю, жду, мне уезжать сейчас, ребенка на тренировку везти через час, а машины до сих пор нет.
Ну, сейчас позвоним, чтобы приехали к вам. Кто-нибудь приехал в первую очередь. Поэтому ждем кого-нибудь, кто приедет в первую очередь ко мне. Вчера нашел шлем по объявлению. Папа съездил, купил его в городе. Такой вот шлем, ну, нормальный, Бауэр. Регулируется все как положено. Я его в самое минимальное положение поставил, потому что он большой Алиси. А вот этот щиток, он, похоже, уже Менины. Видите, болты разные. Так вот, почему-то продавец мне отдал шлем с этим вот щитком. А маленький щиток не отдал. И у меня вот этот щиток теперь большой для Алисоньки. И вот теперь шлем-то у нас есть. А щиток большой. У меня подбородок даже не достает. Заказал, короче, я на Wildberries щитки разные, там 3 штуки. И буду я менять щиток. Если там вот из того, что придет, хоть что-нибудь подойдет, будет, конечно, круто. Но видите, что у Wildberries прикольно, что там можно же просто взять, померить. Подходит, подходит. Нет, нет. То есть, ну, сдать как бы обратно. Это, короче, спасает, выручает, конечно. Печально, я-то надеялся, что я за выходные шлем куплю. У меня в понедельник ребенок будет в шлеме. А получается, что ребенок-то будет в шлеме. Такой размер у него большой. Может, на тренировке у кого-то есть, сейчас поспрашиваю. Шлем нормального размера. Будет, конечно, здорово. Будет круто. Но я не уверен. Ну, я имею в виду не сам шлем, а вот именно вот эту вот, ну, маску. Мало ли, кто-то уже там вырос, знаете, и маска валяется как бы ненужная. А шлем-то у нас есть. Сидишь, охраняешь. Приехала организаторская. Долго ждал, но дождался. Сейчас. Машинка уедет, я тебя отпущу. А то я тебя знаю. Ты же шустренькая у нас. Раз, и все, и уже убежала. Махом. Все, я сегодня откачу. Да? Один я не откачал. Понятно. Вон, смотрите. Ветки задевают провода. У нас свет отключили вот из-за того, что ветки провода задевают. Раньше администрация следила за этим делом и заставляла обрезать. А сейчас никому никакого дела. А что они, по-моему, сами себе. Да. Пока света нету, быстренько и обрезали. Наверное так. Ну, тоже молодцы, что раз задевают. Так бы каждый вышел бы, да? Сделал бы еще вон тут, или тут нет, тут далеко. Я даже раньше внимания не обращал. Все, едем на тренировку по хоккею. Я пока Алису одел, весь употел, блин. Куртку с собой взял, шапку с собой взял. Походу у меня аллергия опять разыгралась. Кошки и собаки, все на свете. Ужас. Так еще пыляка такая сегодня поднялась из-за этого ветра. Деда, а? Лебедь. Да. Ой, папа, помнишь, лебедь был? Бабушка Лена. Ну, я привозил их, этих лебедей с Новобелокота, я помню. Ну, вон там только что было лебедь. Из шины, сосед. Из колеса, да. Тебе нравится. У меня в саду 2 штуки было. Слушай, я вот приехал сюда, и у меня насморк прошел. Потому что жара у вас в доме как-то собрала. Я не знаю, в общем, у меня насморк прошел. Прям меня отпустило. О, сейчас я вам Алису покажу. Покажи свою форму. Эй, трактор. Трактор чемпион. Ну-ка, посмотри на меня. Эй, хулиганистка. Элис. Отлично. И прямо эта футболка, прям ну просто идеально. Прямо ее размер. 42-й.
после тренировки заехали за Юлей, забрали ее и приехали в рафинад поужинать. У меня суп лапша с чесноком и перцем острым. Или салатик овощной и суп пюре грибной. Все, ребят, на этом на сегодня все. Всем, кто ест вместе со мной, приятного аппетита. А я вам говорю всем пока-пока, удачи.